комфортная жизнь людей и современные условия для бизнеса. Семинар «Цифровое развитие административно-территориальных единиц» собирает в Бобруйске более 100 человек. Руководители Могилевского областного, городских, районных исполкомов, организации отрасли связи, здравоохранения, образования, ЖКХ. Участники форума знакомятся с новейшими техническими решениями, которые становятся неотъемлемой частью умного города. Приложение «Мой город» разработано как раз для того, чтобы помочь эффективно взаимодействовать с жителям и городской инфраструктуре. А именно, можно через приложение, не выходя из дома, заказать себе столик в кафе или доставку какого-то товара. Ключевой фактор этого приложения – это его интерактивные функции. То есть это не просто витрина, где информация о каждой организации, а именно возможность вот этой онлайн-записи, онлайн-оплаты, онлайн-доставки. Национальная почтовая электронная система оцифровывает пересылку простых и заказных писем. 24 часа в сутки клиенты могут отправлять и получать свою корреспонденцию. Очень удобная для юридических лиц, то же самое в любое удобное время, почтовое отделение связи, объекты закрыты, заходим через электронную цифровую подпись и отправляем свою корреспонденцию. В Беларуси создана развитая национальная информационно-коммуникационная инфраструктура. Есть все условия для устойчивого развития и преодоления цифрового разрыва между городом и регионом. Современные электронные сервисы, средства печати и защиты сведений прочно вошли в нашу жизнь. По оценке Международного союза электросвязи, республика входит в топ-30, а по некоторым показателям, например, почтовому обслуживанию, 13-я строчка в мировом рейтинге. Мы вышли на этап развития, где цифровые технологии являются основополагающим для того, чтобы сделать более эффективным производство. И неважно, производство это сельское хозяйство, торговля, либо предоставление услуг, но в каждой из этих отраслей все больше и больше становится такой определяющей ролью, которая дает возможность повысить конкурентоспособность товара, который производится, либо услуги, которые мы оказываем. С 2021-го в республике начата реализация проекта будущего «Умные города Беларуси». Его поддержал глава государства. Главная цель – удобство жителей, комфорт для бизнеса и формирование условий для эффективного руководства. Бобруйск идет в ногу со временем. На 100% внедрена технология оптических сетей. Мы лидируем по охвату системы видеоконтроля в частном секторе и первыми реализовали приложение «Мой город». Направление «Умный город», так или иначе, оно затрагивает все без исключения сферы жизнедеятельности человека. Внедряя отдельные элементы, мы должны соединять эти элементы в одну общую систему управления, нацеленную прежде всего для создания комфортных условий проживания наших граждан. Наша задача как органов управления не просто наблюдать за этими процессами, контролировать, управлять этими процессами. Цифровизация прочно вошла в сферы образования, здравоохранения, транспорта и ЖКХ. В школах города действуют электронный дневник и журнал. Внедрены безналичные платежи и карты учащихся. На базе центральной больницы функционирует единая региональная информационная система иммунопрофилактики, которая обеспечивает обмен данными между поликлиниками и стационарами. В медучреждениях выписываются электронные рецепты и многое другое. Предприятиями города, теплоэнергетики, горсвета, ЖРЭУ внедрена и выполнена система диспетчеризации центральных тепловых пунктов, шкафов управления, автоматической системы регулирования водоснабжения и отопления. Техника организации системы коммунального хозяйства и общественного транспорта оборудована системами контроля за движением автомобилей «Азимут». В Бобруйске внедрена система диспетчеризации пассажирским транспортом. Частные микроавтобусы и автомобильные перевозчики двигаются под контролем. Действует компьютерная продажа билетов на автовокзале. Жители могут оплатить проезд в автобусах и троллейбусах с помощью смартфона. В общем, цифровое будущее уже давно реальность, но нам есть к чему стремиться. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.